Эта работа началась в апреле. Всего было построено 5 трансформаторных подстанций нового поколения, оборудованных современной техникой. Так что старые сооружения времен 70-х годов будут постепенно демонтировать. Проложено 5 кабельных линий общей протяженностью 4,5 километра. Сейчас идут пусконаладочные работы. Сдача в эксплуатацию намечена на сентябрь. Питание поступает от подстанции «Южная» 110-10 кВт. Электроснабжение улучшится в поселке Мирный, улица Урожайная, в совхозе «Россия», ну и в Адлерском районе в целом. Это часть общей программы по строительству новой инженерной инфраструктуры данного микрорайона, расположенного рядом с Олимпийским парком. Работа идет под контролем главы Сочи Анатолия Пахомова. Согласно его распоряжению, ускорены работы по благоустройству. В частности, речь идет о ремонте дорог в этой части Адлерского района и реконструкции Дома культуры. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.